Всем привет, ребята! Вы на канале Денис09, и как заметили вы, уже это новая версия, поскольку Майнкрафт меняется с каждой... Майнкрафтная версия меняется с каждой морковкой. Да. Это уже третья часть, как видите. Давайте сначала, во-первых, включим музыку. Во-вторых, как видите, вот шейдеры появились, и мы уже находимся на версии 1.7.2. И вот наш домик. Кстати, если вы заметили, то листва не шевелится из-за того, что это старая версия, и шейдеры не для этого созданы. Давайте я возьму шейдеры другие, поставлю. Ой, я не те поставил шейдеры. Ну, вот этот. Вот эти, кажется. Сильдурс Дефальтер Зип. А пока вы там смотрите... Вот, кстати, наш Дарь пишет. А я пока смотрю, выложилась ли карта. Точнее, сборка бодов. Стоп. Ладно, ладно, сейчас. Надо как можно быстрее их убрать. Шейдеры, вот эти. О, все. Теперь тени есть. И, кстати, посмотрите, насколько красивая тень. Четкая прям. Так, проверить карманы. Есть достижения. Вот. Извините, что не полностью экран. Я сейчас просто посмотрю, сборка ли. Вот не хочет сборка, ладно, я тогда не буду закидывать на сайт. Я понял. Все, проблема, не знаю, постараюсь, чтобы была сборка выложена. Постараюсь. Ладно. Давайте. Вот наш домик. Сейчас вот так зайду. Опять забыл. Сейчас в программу зайду, вот, все. И как вы заметили, это новая просто версия. Видите, уже тут все по-красивому. Кстати, нам надо в шахту сходить. Да, я именно прямо сейчас записываю видео. И давайте еще в печку. Это нельзя, это старая версия. Вы посмотрите на землю. Она как-то то ли изменилась, а нет. К сожалению, 1.0 версии не было. Поэтому только это была. Версия. Так, давайте пойдем в шахту. Которая все осветил. Вот смотрите. Вот смотрите. Оп. Видите, светлее стало. Так, опять это музыка Майнкрафт. Так, музыка. Все. Кстати, помните, что там находится? Ой. Это кто сейчас был? Я пугаюсь, да вот что. К
как можно больше приближу экран. Да нет, там никого сейчас нет. Но я рисковать не буду. И пока добуду камень. И мы пришли, кстати, за камнем. Добыть его. Отлично, нам его хватит. Главное не забыть, что это шахта рядом. Да. Очень красиво шейдерами. Кому на шейдеры, они почти воду не изменяют. Хорошо, вот немножко. Я не могу это показать вам. Вот сейчас попробую. Вот показать как-то. Вот как видите, координаты стали уже адекватными. Ну, немножко вдалеке они изменяются. Вода. А так, в принципе, она не изменяется. Надо бы лодку скрафтить. А так удобно, можно... Это все-таки, скажем так, ледниковый период. Я не помню, кстати, где дом. А вон он, вон он. Пока что на этой версии у меня не поддерживает скин. Как видите, уже 7 минут. Мы записываем заодно. Возьмем нашу кровать, которая что-то забаганная. Возможно, это из-за старой версии просто. Вот, все, теперь все красиво. Шикарно. И второй не хватает. Возможно, совсем скоро мы как раз и ой, как-то я вышел. Возможно, скоро мы и перейдем на самую новую версию. Опа, Эндермен. Эндермен. Ой. Так, Эндермен, а ну иди-ка. Вот что это за наглость? Да ладно. Эх, да. Так, что сейчас? Настрою. Да что такое? Также, ребята, не забывайте подписываться на канал. О, стоп. Что? Чё экран, во-первых, чёрный? Что? Это морковь? Ой, кажется, я понял, что сейчас произойдёт. Версия меняется. Да нет. Версия меняется.
каким-то образом получил морковочку, и версия должна пойти поменяться. Я понятия не имею, какая сейчас версия будет. Вы тоже посмотрите. Вот так. А также не забывайте подписываться на канал мой. По-моему, еще немного осталось. И я проведу вот такой стрим. И зайду. Вот так. Так. О. Слушайте, я уже запустился. Так. Что со мной? Ура! Наконец-то мой скин. У меня теперь есть свой скин. И листва начала шевелиться. Как и трава. Бах убрался. Стоп. Земля называется землей. Как? Как это? И на какой мы версии? 1.7.10. Это уже нормальная такая стабильная версия. В которой, ну, в ютуберы некоторые играют на этой версии. Например, Компот играет на этой версии. Так. Возьмем вот так. Берем камушек. Ой, переборщил. Да, у меня есть лопата, но мне как-то ее не хочется брать. А, точно, сюда надо землю поставить. Теперь как можно быстрее бежим к верстаку. И крафтим наконец-то. Я могу взять и спокойно скрафтить мотыгу. Да, не удивляйтесь. Обыкновенную мотыгу. Не знаю, почему это морковка. Морковка, но, по идее, должна быть морковка. Теперь, по идее, вот так называется. Как там голову? Стон. Голден стон. Глоустон. А, точно. Возможно, в четвертой серии уже будет. Я буду играть с Арк Профи. Да, у него, кстати, есть свой канал. Ссылка на Арк Профи в описании. Так. Вот. И это не все. Или все. Сейчас посмотрим.
Вот вы сами видите, как выглядит вода. Довольно красиво. А вблизи она выглядит некрасиво. Видите, она как обычная вода. Просто... Так, давайте песок добудем. Ну, и рукой тоже. Стоп. Не понял, почему этот бах не работает. А, видно, это багнутый Майнкрафт. А это что? А, это наш дом, я его не заметил. Я замаскированный. Точнее, ну да, я замаскированный дом построил. Просто. Так. Также, ребята, напишите в комментариях, какой мне построить... Ну, какая версия надо, чтобы, по-моему, если нажать кнопку F6, то появится портал. Напомните мне. Ну и один еще не будет лишний. Давай. Последний. Только не будет седьмой. А зачем я бегу? У меня есть верстак. Логично, значит логично. Так, попробуем так. Нет, все равно 8 FPS. Значит, что там сделать? Не знаю, понятия не имею, но у меня очень мало FPS. Вот. Так. Извините, ребята, но мне придется отключить шейдеры. Вот так у Майнкрафта больше FPS и как-то нормально. Сейчас. Я, кстати, понял. Еще... Вот. А то это не растет, это просто... А! Это теперь пой. Вот, все. Осталось только что муку. И найти скелет, который я могу заспавнить. А ну получай, дай мне свои кости. Сейчас. Стой. Отлично. Это не та шахта, поэтому я пойду в ту, которая нам надо. Вот и она. Вот тут, я думаю, скелетонов застанусь. На тебе. Урон увеличивается, если сверху нападать.
Это мой план. Ой-ой-ой! Так, ребята, у нас проблема. А тут нет спецструк. Ладно. No, there ain't no stopping us. Это место мне знакомо. А, фух. Я думал, что дом потерял. Так, где эта шахта? Вот она. Тут она, Вот знакомая музычка. Так, сначала надо написать Паванпур. Ну, в смысле, где должна быть кровать. Она должна быть тут у нас дома. Поэтому познал. Оп. Отлично. А, точно. Теперь, как вы понимаете, о, мне еще скинет. Ах ты. А, не выпала косточка. Конечно, я не собака, чтобы есть косточки, но это для костной муки. Ничего страшного. Вот. Другое дело. Заодно еду взяли. И набрали. О. Вот это что за обрыв? Офигеть. Яркость. Так ярко. Пожалуйста, не сломайся, кирка, именно сейчас. Нет. Самый нет. Неудобный момент. О, как повезло, что у меня доски есть. Знаете, у меня есть один минус. Точнее, не у меня, а в игре сейчас один минус. Я дерево нету у меня. О, кстати, вот еще железо. Надо его обязательно потом добыть. Но для начала надо выкопаться отсюда.
и быстро добыть дерево, которое где-то тут должно быть. Ах, я сейчас поем и быстро вернусь в шахту. О, получил достижение. В старом Майнкрафте его не было. Их, точнее, достижений. А в новых, вот, смотрите, какие уже есть. Кажется, я отсюда и шел. Да. Ну, кстати, надо вот так на доски пробить. А. А не отсюда, а вот отсюда бояешь. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой. Как раз не камня, кстати, хватает. Не, вообще. Да-да-да. Так и должен быть. Я просто железо взял непереплавленное. И хотел сделать из нее кирку. Логика стопроцентная просто. А, господи, ты не пухай. О, нет! А, он не выйдет. Он же скелет, по идее. И как мне обратно к нему прийти? А почему здоровье не... А, вот все появляется. Давай быстрее. Итак, я вот восстановил немножко ХП. А, он спрятался. А, тут нет. Прыжок! Пока я никого не вижу. А, не вижу. Зомби ко мне идет. Ну, ты нормальный. Походу, нет. А ты? Сколько их тут? Так, все, я сваливаю отсюда. Прям факел и валим как можно быстрее. Все. Угля у нас достаточно. Хорошая, кстати, шахта. Офигенная. Кстати, в этой версии почему-то с овечек не падает мясо. Овечек так застрял. Он так спрятанный, что я не могу его даже найти. Давайте
Давайте сделаем механизм сейчас. Поскольку без крытия это очень долго было. Допустим. Ну, допустим, 11. Так, теперь берем эту. Это. А почему не пашня это? А где должна быть эта пашня? Называться. Так. Мотыгай морковочку. Свет пусть будет вот тут. Тут ничего не будет. Тут вот так, по идее, должно быть. Тут должен быть поршень. Все. Берем этот камень и ставим сюда поршень. По идее, он должен быть. Его этой версии нету. Как? Странно. Ладно. Ладно, я пока настрою кран опять. Что я его так неправильно доставил? Сейчас настрою. Стоп. Что сейчас произошло? У меня было 12. Ой, 11. Как их стало 12? Ой, кажется, это третий раз, когда меняются версии. Что так делать? Интересно, какая будет версия? Я вот не знаю. Наверное, будет какая-то крутая. Если это не 1.7.10. То какая? Возможно, будет 1.12.2. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Да, реально. Какая версия будет? Возможно, это будет версия 1.8. Опа. Стоп. А на какой версии вообще нахожусь сейчас? Ну, 1.9 это считается за новую версию. Я вот не знаю. Я почти угадал. А, точно. Забыл.
Так, теперь. Надеюсь, мы за эту серию не получим. О, кстати, у нас теперь есть поршень. В этой новой версии. Деревянная плита. Видно, какой-то сбой пошел. Из-за этой деревянной плиты. Но пусть будет, это будет типа раритета. Старая штуковина. Так, стекло. Теперь делаем вот так. Берем, обходим его, ставим капельку редстоуна и как бы спускаем ее вниз. Стоп. Как это красиво. Выглядит, ладно. Вот. По идее, оно должно именно так выглядеть. Рычаг. Так, если... Так, значит... А, понял. Верстак, откуда у нас... А. О, а, осталось. Значит, вот сюда ставим рычажочек. И, по идее, поршень должен... А, да-да-да. Он так и работает. Закрываем это все дерном. Все. Все готово. Теперь пишем Remote Survival. Так, все. Сюда ставим стеклышко. Оп. А теперь оп. Все. Но, думаю... А, у нас камень где-то у нас был же, да. Я его просто выкинул. Вот так открываем. Находим, забираем. Давайте возьмем небольшую такую дверечку. Все. А теперь, так, смотрим, вот так типа костной мукой. Не помешало бы скелетов победить. Хм. А я же тут спавнюсь. Сколько? О, отлично. Теперь я могу от них убежать. Они ж его хоть через дверь стрелять. Нет, не могут. Ах ты ж! А как? А ну, иди. Вот так тебе.
ты достал. О нет, сейчас вещи распадутся. Сколько можно? Наконец-то. Пока с ним боролся, уже паук пришел. А какая разница, он же безобидный. Вот. Да. А он на кровать не умеет залазить. Да. Сколько можно? Наконец-то все. И даже у меня появилась одна идея. Сходить в шахту. Ну, не в такую же ночь. Ах, дети, монстры. По-вашему. Вы не можете спать, пока рядом монстр. И где, по-вашему, монстры? Вот где? А, вот этот. Чудик, так я его сейчас просто в ловушку словлю. А он утром сгорит. Давай, иди сюда. А, он же блоки типа видит. Ой. Надо срочно закрыться. Застраиваемся. Все. Все. Наконец-то можно поспать. Как тебя скрыть? Что сделать? Смотрите. Что нападается для ловушки? Сама же ловушка. Запоминайте. Берем 2 на 2 блока. Роем яму. Можно и побольше, но я хочу. Ну, да, минимальное это 2 на 2 блока. Я вам... Ой, 4 на 4. Я рекомендую вам 4 на 4 использовать. Поскольку мне так больше нравится всего. Вот. И тогда Боб может попасть в вашу ловушку. Сейчас, подождите. Вот тут надо выкопаться. Вот так, все. А теперь самое главное. Нам понадобится. А, ну почему я не могу эти верстаки переместить? Все в дом. Так. Если у нас вот такая ловушка, значит нам понадобится 9 штук. Мне кажется, да. Вот так. Ой. Еще нам хватит. 6 люков достаточно, наверное, будет. Берем люки для 4 блоков. 4 люка для 6 блоков. По идее, ну вы поняли. Разрываем вот так, чтобы мобы могли залезть. Вот так должно выглядеть. Еще осталось
3 штуки. Надо за деревом сбегать. Только поем морковочки. Да, эта серия, к сожалению, очень долгая. Поэтому, наверняка, я выпущу 2 серии. Которая скоро будет вторая. Майнкрафт, но... версия меняется каждого, ну там, ну вы поняли, сейчас посмотрю. Майнкрафт, но версия меняется с каждым крипером, вот так я назову. А пока что надо срочно давать вот это дерево. И пойти туда, там, где я строил ловушку. Где я строил? Для фармилка опыта, скажем так. Понятия не имею, где я это... Кажется, в этой стороне. Да, я помню, что именно в этой стороне был дом. В этой. Вот. Я микрофон подальше, вот так, чтобы вы меня слышали. Мы, кажется, это слышали. Музыку. И она просто настолько популярная. Короче, я напишу GMRU Keeperman 3. И... А теперь пишу Keeperman 3 Falls. Ведь мы без щитов... Ну, почти без щитов играем. А, мне еще камень надо добыть. Я не могу. Точно. И в этой части. Я вот так хочу сделать. Оп, вот. Покрасивее, чтобы было. Закроем. Все. А теперь нам надо еще не забыть про нашу ловушку. Короче, считаем, что мы ее сделали. Вот так. И мог подумать, что это блок. Да, он подумает, что это просто блок. Обыкновенный, стандартный блок. Так вот. Он падает сюда. Дальше тут будет находиться лава. Ставим таким образом таблички. Затем ставим ведро лавы. Как это? Вот как это будет сейчас выглядеть. Сейчас, подождите. Надо вот так сделать. Все. А, вот так. То ли так. А, как отсюда вот включить. По идее, лава может вылиться. Сейчас гейм. Fire Tick, по-моему, false надо сделать.
Если мы вот так сделаем. По идее, это должно работать. А, да, это работает. Теперь вот тут мы должны. Воду. То есть получается, когда он падает, персонаж, он должен на полублоке стоять с водой. Но как-то он должен не тонуть. Кажется, я знаю как. То есть он будет падать. А, понял. Надо как-то... Ну, по идее, если что-то будет падать, вот если он упадет... И по идее, дальше идет второй поток воды. А, я понял, как это делается. Чтоб если первый его не уничтожил. Все, теперь для начала огородим себя от вот этой лавы. Теперь тут должны находиться таблички. Вот так. Вот так они должны быть тут. Так. Это вот сюда. Смотрите, как надо именно. И рекомендую вам 6 на 6 блоков. Теперь вот так делаем. И вот так. Все. Теперь не прольется ни вода, ни лава. А, вот, сейчас, подождите. Я вам покажу, как сейчас... Вот, все. Теперь все ровно. То есть первая лава, он... На примере зомби. Может пройти. Потом за этой лавой стоит вода. Вот как это будет выглядеть. Ой, я, кажется, систему сломал. Ну, в смысле, как должно работать. Да я не могу просто. Забираем табличку. Должно вот так. А, все нормально. Вот.
все, весь механизм я исправил. Да, полностью весь. Теперь спускаемся вниз. Ничего не забыл. То есть он падает. Понял. Так и должно быть, вот. И по идее. Воронка должна собрать все то, что должно быть. Что дропнется с моба. Так. Нам надо сундук вот сюда поставить. Как нам его поставить? Надо подумать. Вот так поставим. И обойдем. Вот. Вот. Все, теперь в этот сундук должна идти воронка. Вот, допустим, в эту должно идти воронку. Оп. Так, оп. Оп. Вот так сделаем. Вроде правильно. Так, так. И, допустим, вот так. Допустим, кинем воронку. Отлично. Да, это работает. Допустим, спавним. Что за... А, это вот такой. А, это скелет. То есть, допустим. Тут будет скелет стоять, я его толкну. Так, первая. Вторая. Вторую, в принципе, надо, наверное, убрать. А ну-ка. Не, допустим, давайте заспавним. Ну, допустим. Давай, иди. Не, ну, допустим, сейчас. Крипера, если заспавним. Не, надо ему, я так понимаю, скорости. И, надо вот тут сразу сделать. Теперь пробуем. Допустим, скелетона. Давай, иди. А ну-ка. Почему так? А теперь все вон в ту лаву. Они не успевают долететь, что ли?
Ну вот, вот так сделать. Что за ерунда? Чего, когда его так? Но бы не успела тушиться. Наверное, из-за того, что это лава, она слишком. А если, допустим, голема? А, это для големов. Так, запоминайте, как делаем голема. Все, теперь он падает. Короче, это для големов. Тут должна быть, по идее, лава. Да что, я не могу никак. Давайте этому голему поможем. Ладно. Вот ему поможем. А, все, все, все. Jack it up.
микрофон включил наконец-то. Я забыл, что он выключил. Давайте так, по идее, тыква, значит, вот тут. И чтобы... Вот как-то так делать надо. А не его еще. Дальше надо вот так. Так. Этот механизм просто очень много места занимает. Вот так. И тут тыкву типа ставим. Ну, вы поняли. Потом убираем. И все. Так что все. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами я был Дэн Профи. Всем пока. Пока. Да. Всем пока.